что ж, давайте будем распаковывать. Посылочка пришла. В общем, хорошо упакованная. Пришел на почту, такой вытаскиваю, блин, нифига коробка. Но там действительно полный комплект пришел. Еще раз хотел сказать спасибо большое нашему Вайрису за помощь и внесение почти треть суммы. Микрофон файн, файн, ребят. Вообще классный микрофон вместе с дополнительной стойкой, со всеми возможными вытекающими, плюс дополнительно поп-фильтр, идет все как надо. Итак, сам микрофончик, как вы видите, да, дополнительные крепления все есть. Ну, что сказать, фирма вообще профессиональная, никуда не деться. Микрофон ставится не только на вот большую огромную стойку, у него дополнительно есть маленькие ножки, для того, чтобы можно было поставить просто его на стол. Но я, как истинный, так скажем, джедай, смонтировал его, конечно же, к столу. Давайте посмотрим. Вот так в оригинале выглядит мое рабочее место. И стол, конечно же, прикрученным микрофоном примерно таким образом. Вообще классно, я сделал монтаж нижнего формата, причем регулятор громкости у меня даже на полностью не выкручен, и он очень хорошо пишет. В OBS там еще дополнительно куча фильтров, в X тоже куча фильтров, прям классно, конечно, записывает. Ну, что можно сказать, спасибо еще, ребят, вам за большую помощь в покупке микрофона. Конечно, часть денег все равно пришлось добавлять, но все равно микрофон очень классный, он того стоит. Куда без него деваться? Еще раз спасибо всем, кто помогал. И пришел он радостный домой. Поскорей, сестра, мне дверь открой. Посмотри, что на моих ногах. Посмотри, в каких я сапогах. Радуется брат, сестра тревожится, наступает ночь, она вся молится, не могу уснуть, болит головушка, принесет беду, твоя обновушка зря, братец снял сапоги. С мертвой холодной ноги. И раздался голос за окном: открывай, мужик, мне дверь добром. Я пришел обратно получить все, что смел ты утром утащить. И раздался голос за окном: открывай, мужик, мне дверь добром. А мужик схватился за топор и проворно выбежал во двор. Дровосек избегался вокруг, никого не встретил. Он и вдруг увидел дома на полу в сапогах убитую сестру. Эй! Hey, hey!